Настоящий сказочный праздник состоялся в театральном сквере в День защиты детей. Короли, пираты, принцы, феи и другие необычные персонажи заполонили площадь перед театром «Наш дом». В первый день лета около сотни семей приняли участие в параде колясок. Сегодня нас ждет интересное шоу. Все ждут этого праздника с нетерпением. Очень оригинальные коляски уже на готове. Поэтому, я думаю, сегодня большой праздник для всех. Украшенные коляски дополняли тематические образы участников. Мы были в прошлом году на параде колясок, и тогда еще у нас не было коляски, и решили, что в этом году мы обязательно должны поучаствовать. И на прошлой неделе мы вспомнили, что уже кончается май, и скоро 1 июня, и быстренько придумали план и начали готовиться к параду. На создание костюма у некоторых участников ушло несколько ночей. Время ушло прилично, мы просто очень любим эту сказку Льюиса Кэрролла и пытались воссоздать как раз эти образы фантастические, сказочные. Вроде как получилось. Организаторы постарались на славу. Возле театра всем желающим раздавали бесплатное мороженое. Юным химчанам делали аквагрим, предлагали поучаствовать в мастер-классах. За подвижные игры отвечали аниматоры. Под торжественную музыку участники цепочкой прошли вокруг площади и выстроились у сцены в ожидании результатов. Победителем стала команда под номером 23. Костюмы из сказки «Алиса в стране чудес» авторства Елены Христич покорили сердца жюри. Друзья, под бурные аплодисменты мы награждаем наших победителей «Алиса в стране чудес».